Всем огромный привет! Особое внимание тем, кому нравятся покупки еды. Здесь у нас с мэтром съездили мы. Все покупки помещены на один стол, а цена очень внушительная. Так что то, что тут подчеркнуто, это мы вернули. Рассказывала во влоге, что там два яблочка 314 рублей вышли. Это вообще, конечно, кошмар. А так... Медленно, 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 что все можно было рассмотреть. Сок когда-то выпили еще в машине. И там еще кое-что в машине забылось, поэтому... Ну, там мелочи такие, что ни роли не сыграют, а вообще... А вообще, вообще все дорого, товарищи, стало вообще. Итак, что мы здесь купили? Не всю воду стала выставлять, то есть пак питьевой воды аровской и три... 5-литрушки. Это себе Александр взял попробовать. Они какие-то блатные, необычные. Они все темные. Кукуруза. Самое вкусное Fine Life. Потом уже Green Ray. Fine Life просто съедается у нас за 5 секунд. Так, из съедобного я хотела сырники. Взяли сырники. Мне они очень понравились. У меня такие ровные никогда не получались. Здесь такие ровные, такие вкусные. В общем... Хорека, в общем, мне нравится. Масло Белебеевское в этот раз 72,5%. Так, голень индейки, молоко Ирбитская классика и печенье Мария тоже постоянно, практически из покупки в покупку оно у нас светится. Далее здесь куриное филе без кожи, сколько там, почти килограмм, и кешью жареные с медом и кунжутом. Попробуем такой. Есть еще обычные кешки у нас в запасах лежит, и теперь еще жареный, именно вот такой красивый, очень полезный, вкусный перекус. Так вот это все выглядит. Яблоки красивые, обычные, большие, но очередной раз делали вывод, что все-таки фрукты в метр как-то, только если какие-нибудь экзотические покупать, а так-то вот с ценами непонятные, они всегда высокие, потому что они... Практически всегда какие-нибудь заграничные, импортные. Даже вот эти вот Сербия написаны. Которые стоили 314, даже боюсь подумать, откуда они привезенные. Так, здесь уже Маринки первая цветная капуста. Что Максима, что Алены, что теперь Марины. Начинаем прикорм с цветной капустой. Как-то у нас именно так все пошло. И полностью этому я довольна и устраивает. И, в принципе, всем советую, потому что как-то нас так хорошо очень проконсультировал первый педиатр, даже, по-моему, медсестра у него, что лучше всего, особенно у деток, которые такие не страдают худобой, ну, которые нормально как бы доедают, то начинать с овощей. А кого наоборот, там недостаток веса, лучше с каш. А уже потом и творожки, и все такое, соки вообще в самом конце вводятся. Поэтому мы начали опять с цветной капусты. Начнем. Так, на съедобном вроде бы все. Видите, вообще мало. А сейчас, мне кажется, так много было. А, еще, кстати, Орео печенье, но оно у меня в сумке лежит. Так, здесь Максиму колготки. Черные, серые и голубые. Все равно он еще маленький мальчик, поэтому покупать такие темные цвета так не хочется. Он еще успеет в темном походить во всем. Хочется еще такое все светлое, еще приятное такое, в общем, детское. Что касается детского краски, краски у нас теперь скрашиваются, стираются под ноль. Просто, если Алена на их начале перемешает между собой, если они как-то вдвоем, то более все аккуратно происходит. Так, детская паста морозка, ее можно, смотрите, от нуля. Ну, так, кстати, сейчас немножко новый дизайн, красивее стал. По-моему, раньше она просто белая была. В общем, вот такая диетическая помада. Красивенькая. Также для детей две новых пасты взяли каких-то импортных, заморских, да, попробовать. На самом деле, не знаю, заморские, не заморские, просто мы такие не пробовали. Это 83 стоит, а это 103 рубля с клубничкой. Это вообще, смотрите, даже на русском нету. Надеюсь, все в пользу пойдет. Ну, тут очень мелко, фокусировать не буду. Написано, как чистить и что она делает. 90 граммов. Далее. Крем. Всегда такой берем. Мыло, да. Батарейки.
Колготки, давно хотела такие колготки обновить. На самом деле мне таких теплых колготок хватает на зиму две как минимум. А это от Encanto, надеюсь, на дольше хватит. 200, они такие мягкие, они такие плотные, в то же время приятные на ощупь. Далее, также во влоге показывала вот эти вот светильники. Еще говорю, там пакетик один в машине, видимо, там еще два остались. Мы взяли аж 5 штук. По-моему, 5 или 6. Но вообще квадратный вариант есть и круглый. Они вообще классные, как настоящие, кажется. Там на самом деле LED-овская лампочка. И просто задумка такая шикарная. На Новый год будет очень красиво. Далее папка. Мини-папка, набор папок. Обычные. И здесь уже получается так. Порошок жидкий тает. Ну, кстати, было по неплохой акции. Ласка для черного, вот если честно. Именно сама ласка не очень нравится. Она, может, в новой обработке, может быть, она немножко изменилась, все-таки стала лучше. Но вот вообще из всех средств, которые для черного, ласка все-таки не выигрывает. Как-то она не очень. Хотя реклама-то столько. Далее. Смотрите, что я увидела. Акс для женщин, для нее. Никогда раньше внимания не обращала. Может быть, она уж, конечно, и давно все есть. Но как увидела, взяла запах, конечно, это не Dove Temptation, как там Temptation, да, но тоже такой приятный запашок. Запашок. Запах такой манящий. Попробую. 99 рублей, кстати, вот такая вот баночка стоила. Ну, кстати, ограниченная коллекция, может быть. Да, очень вкусно пахнет. Очень-очень просто. Хочу уже скорее попробовать. Так, такой гель для душа. Он мне тоже не нравится. Но Саша сказал, что пойдет. Так, чисто, знаете, по-мужски. Пойдет. Это мыло. Кухонная лимон. Красная линия. Но оно, соответственно, пойдет на кухню. И также, что я еще давно, еще уже давно хочу попробовать. Это вот такой вот эликсир для волос от Талисе Флореаль. Роскошь шести масел. Там их много вариантов. Решила попробовать начать знакомство именно с этого. Поэтому также хочу скорее уже все это нанести на волосы и попробовать. В общем, вот такие вот были покупки. Как сейчас видим, незначительные в размерах, но по кошельку все-таки все это очень-очень ощущается. Ладно, на этом буду заканчивать, что-то там все притихли уж совсем. Если что-то забыла, то потом где-нибудь во влоге еще покажу и скажу, что мы купили именно в Метро это. Ну а пока все, буду прощаться, до новых встреч и пока-пока.